Я Заломин Светлана Викторовна. Хочу найти своего мужа, пропавшего на СВО. 2 сентября он был последний раз на связи. И пришел, они только были в закрепе, и потом пошли на боевое задание, на штурм. Больше он на связь не выходил. Вот уже прошло больше 2 недель, его нет. Один раз он позвонил командир, сказал, что первый в первой тройке он шел, артобстрел, что он погиб, но тела нет. Я не могу верить до последнего. Муж Маклаков Виктор Сергеевич. Дата рождения 10 сентября 1993 года. Родился в Красноярске. По паспорту живет в городе Рязани. Улица Кольная, дом 30, дом 37, квартира 30. У нас сын. Пожалуйста, кто-то знает какую-то информацию, можете, пожалуйста, сообщить. ДНК мы сдали, но ответа все равно нет.